Губернатор Московской области Андрей Воробьев 28 марта наградил деятелей искусства в Доме правительства региона в Красногорске. У нас около 6 тысяч объектов культурного назначения. Хорошо известно, что здесь в разные годы творили выдающиеся музыканты, писатели, артисты, актеры. Все это является нашим национальным достоянием. И я хотел бы сегодня поздравить всех деятелей культуры, всех, кто администрирует это направление, заявил Воробьев. «28 марта глава Ленинского муниципального района Олег Хромов провел оперативное совещание. Важным событием на прошлой неделе стало участие управляющих компаний муниципалитета в областной акции «День открытых дверей» управляющих компаний ЖКХ. Прием населения в субботу 26 марта осуществлялся не только в МУП управляющей компании ЖКХ и всех ее подразделениях, но и в других компаниях, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета». Пополнить карту «Стрелка» в личном кабинете на сайте strelkakart.ru и в мобильном приложении «Стрелка» теперь можно не только банковской картой, но и с помощью кошелька международной системы расчетов WebMoney Transfer. Для пополнения карты «Стрелка» пользователю достаточно зайти в личный кабинет или мобильное приложение «Стрелка», выбрать услугу пополнения баланса карты, указать сумму и способ пополнения с помощью WebMoney. С 26 марта в городских и сельских поселениях Ленинского района прошел первый субботник, в котором активное участие приняли сотрудники 31 организации муниципальных и частных управляющих компаний, ТСЖ, дорожных служб, а также служб, обслуживающих объекты благоустройства. Всего порядка 420 человек. Произведены работы по уборке закрепленных придомовых территорий, дорог, очистке козырьков подъездов от мусора, выполнена разбивка навалов снега.